Пятилетка. Пять песен за 5 лет. По-разному. С него 2,5, с меня 2,5. Когда-то быстро пишутся они, а когда-то тянутся по несколько лет. Может быть, одна песня какая-то. Ну, не выходит. Каменный цветок. А можно домой вопросик как раз? Да-да. А у вас роли в дуэте как распределяются? Кто-то пишет стихи, кто-то мелодию? Или вот 2,5 стихи, 2,5 мелодии? Нет, если у кого-то что-то не получается, то пишет тот... У кого есть? Получится. Нет, если у меня что-то не получается, то у кого-то там получается. Звонок, похоже. Ага. А? Ребят, нам звонят, слушаем вас. Еще раз добрый вечер. Хотела бы спросить, а что-нибудь из творчества Сергеева, Высоцкого, ну, например, Митяева, что-нибудь могли бы вспомнить? Это, конечно же, всем любимая Барби. Да. Я ни в коем случае не хочу умалить ваше достоинство, но если вы это исполните, будет прекрасно. Ну вот вы знаете, что я хочу вас успокоить вот чем, что скоро Леонид Сергеевич будет гостем этой передачи, уж он вам споет, так сказать, из первоисточника. Да, вообще да? Трудно петь, вот вы назвали таких Конечно. Авторов, которых трудно петь. А Высоцкого петь? Высоцкого Олег просто... Григорьевич здесь уже был. Да, Олег был, вот. Понимаете, так что... Сергеев будет, а Высоцкого просто сложно петь. Ну, а Высоцкого, петь. Да, вот я знаю единственного невозможно. Человека... который все-таки более-менее поет Высоцкого, здорово поет, это Леша Зыков. Угу. Но он тоже будет гостем нашей передачи обязательно. Здорово, так здорово, что мы, да? Мы ваши просьбы обязательно учтем. Не обижайтесь, ладно? Несколько лет назад мне удалось съездить на Кольский полуостров, побывать на подводной лодке и оттуда привезти пару песен. Вот Кольский полуостров, них... там находится город Мурманск. Когда Юрий Павлович уезжал туда, он говорил, еду в Мурманск. Там его посвятили в моряки. Я уж расскажу про него, он скромничает. Его это подводники... было столетие русского подводного флота, да? Столетие русского подводного флота. Его посвятили в моряки, дали тельняшку, мне передали бескозырку, ему пилотку, как командиру нашего дуэта. Вот. И он уже приехал и стал говорить, я был в Мурманске. Да. А Мурманск белый снег ложится одеялом. К чему так не везет? Ведь завтра нам в полет. Возьмет ли свой разбег сквозь снежные завалы наш старый самолет, наш верный самолет? Возьмет ли свой разбег сквозь снежные завалы наш старый самолет, наш верный самолет? Усталые твои глаза меня тревожат, в них нет былой любви, а только пустота. И катится слеза, неспешно, непреложно, ты только позови, останусь навсегда. Но уезжаю я от твоего порога, из этой кутерьмы я улетаю ввысь. Мне краешком зимы перемело дорогу, мне краешком зимы перемело всю жизнь. Мне краешком зимы перемело дорогу, мне краешком зимы перемело всю жизнь. На Мурманск белый снег ложится одеялом. К чему так не везет? Ведь завтра нам в полет. Возьмет ли свой разбег сквозь
сквозь снежные завалы наш старый самолет, наш верный самолет возьмет ли свой разбег сквозь снежные завалы наш старый самолет, наш верный самолет. Слушайте, а ведь в этом году 60 лет Победы, вы что-нибудь такое... Ну, конечно. Эту дату отметили как рояль в своем творчестве. Да. Сейчас выкатим рояль и споем песню. Все-таки военная песня, это что-то необычное. Ну, мы и вообще не к этой дате обычно все равно поем песни, посвященные победителям. Вы знаете, вот что меня потрясло. Вот вчера мы встречались с огромным количеством детей в огромном зале, да, они там пели, как дети пели «Катюшу». Вот. Да, это удивительно, что вот удивительно. Дети действительно первый там какой-то, каким третий энтузиазм. Класс. Откуда они знают слова? Как? Я почти не пел в микрофон. Потому что это настоящее. Вся страна поет Митяева, Висбора и Катюшу. И Катюшу. Это точно. Дай бог, чтобы это было так. Военные фотографии Юрий Висбор. Нам сниматься и на снимках улыбаться перед старым аппаратом под названием фотокор, чтобы наши светотени сквозь военные метели в дом родимый долетели под родительский надзор, в дом родимый долетели под родительский надзор. Так стояли мы с друзьями в перерывах меж боями, сухопутием и морями шли, куда велел приказ. Стань фотограф в серединку и сними нас всех в обнимку. Может быть, на этом снимке вместе мы в последний раз. Кто-нибудь потом вглядится в наши судьбы, в наши лица, в ту военную страницу, что уходит за кормой, где остались годы эти, в униброде, в промпортрете, в фотографиях на память для отчизны дорогой. В фотографиях на память для отчизны дорогой. Доводилось нам сниматься и на снимках улыбаться перед старым аппаратом под названием фотокор.